Барух ата Адонай, Элгейно Мелеха Олама, Шерба Харбану, Миколя Амим, Венатан Лану, Эторато, Барух ата Адонай, Нотена Тора. Благословен Ты, Господь Бог наш, Царь Вселенной, избравший нас из среды народов и даровавший нам свою Тору. Благословен Господь, дающий Тору. Амен. Это нас назвали «Школой на колесах». Вспомнилась песня, которую хочется немножко перефразировать. «Мы свое призвание не забудем». Божью радость мы приносим людям. Нам греха заманчивые своды не заменят в Господе свободы. Значит, нынешняя недельная глава называется «Итро». Называется она по имени тестя Моше. Наверняка вы знаете об этом. Значит, краткое содержание этой главы, собственно, визит Итро к Моше. Моше занимается своими обычными делами перед Итро, от которого тот просто в ужасе говорит, что ж ты делаешь, и себя, и людей мучишь. И он показал несколько более оптимальную схему, скажем так, решения вопросов в народе. Моше прислушался к совету, реализовал. На данный момент это хорошее решение, но в дальнейшем мы видим, что оно все-таки без Духа Божьего, оно неэффективным оказалось, потому что дальше Бог призывает уже людей конкретно, на которых Он возлагает Духа, который был на Моше, и та схема, она оказывается более эффективной, но тоже ненадолго. Не в этом суть. Значит, дальше, собственно говоря, ключевой момент этой недельной главы – это дарование 10 заповедей, дарование, собственно, мы говорим, что это центральный момент дарования Торы. Хотя Тора начинала даваться еще в Египте, первые заповеди о Песахе, потом перед горой, на горе, после горы, и, собственно, даже в книге Иисуса Навина мы видим тоже определенные заповеди и утверждение определенного завета. То есть это был процесс. Но знаковым моментом дарования Торы – это дарование Торы на горе Синай, дарование скрижалей и содержимое этих скрижалей. Значит, что хочется сказать. Когда я читал эту недельную главу, я размышлял над постановкой вопроса в отношении самих заповедей. Дело в том, что мы читаем, если на русском, то синодальный перевод, на украинском у вас тоже какой-то перевод. И я просмотрел множество еврейских переводов, и я вам скажу, что, к сожалению, ни один перевод не дает адекватной картины того, что Бог хочет донести до своего народа в этих 10 заповедях. И вопрос в грамматике, иврита. Дело в том, что там такая интересная картина, сейчас я просто покажу. Значит, 20 глава книги «Исход», значит, 3 стих. «Да не будет у тебя других богов». И это звучит у нас как приказ, да? Хотя на самом деле в оригинале нету слова «да», там просто «не будет у тебя других богов». Это один вариант перевода. А вот как приказ это перевести без «да» на русский невозможно. «Да не будет у тебя», да? Значит, 4 стих «не делай себе кумира». Здесь нету «да», но, скажем, можно было бы сказать «да не делай себе кумира». В чем идея? Идея в том, что глаголы, которые у нас здесь имеются, они, собственно говоря, все в одной и той же форме. На русский язык их можно перевести именно как приказ. «Да не будет», «да не делай», «да делай». Значит, а можно перевести просто как глаголы будущего времени. «Не будет», «не делай», «будешь делать», «не будешь делать», «будешь делать». То есть идея в том, что это можно перевести не просто как повеление, как мицва, а можно перевести как обещание. То есть, другими словами, если мы читаем, «Я Господь Бог твой, вывешу тебя из Египта, из дома рабства, и не будет теперь у тебя других богов». То есть, если до этого были, то с этого момента их не будет, и это Бог обещает. «Ты не будешь делать себе кумира».
ты не будешь поминать имени Господа в суе, ты будешь хранить день субботний, ты будешь почитать родителей. Понимаете, тут уже звучит все совсем по-другому. Это уже не приказ, это обещание, обещание того, что если ты будешь это делать настолько, насколько у тебя получается, настанет момент, у тебя это будет получаться так, как этого хочет Господь. Теперь давайте мы посмотрим, каким образом это отражается в Новом Завете. Это Евангелие от Иоанна, 3 глава, 17-21 стих. «Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия. Суд же состоит в том, что свет пришел в мир, и это об Иешуа, но люди более возлюбили тьму, нежели свет. Почему? Потому что дела их были злы». То есть, другими словами, они не делали того, что было заповедано. Они не поверили в то, что это реально, в то, что это возможно. «Ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличались дела его, потому что они злы. А поступающий по правде идет к свету, дабы явны были дела его, потому что они в Боге соделаны». В чем идея этого отрывка? Она в том, что вот Иешуа показывает, свет пришел в мир, и, собственно говоря, те, кто восприняли откровение на Синае, они старались это исполнять. Может быть, не всегда получалось, но они старались, они стремились. Знаете, как написано, праведник 7 раз упадет, но поднимется и пойдет дальше. Но есть другая категория людей. Вымытая свинья идет опять валяться в грязи, и пес возвращается на свою блевотину. Это другая категория людей, которая знает об откровении на Синае, но пренебрегает, не верит и неверен, и живет так, как хочет сам. И когда приходит свет, я вот просто вспоминаю, когда я был подчиненным на работе и на разных работах, я знаю свое состояние. Когда мне начальник что-то поручил, и я сделал все наилучшим образом, и даже еще лучше, чем просил начальник. И начальник приходит, и как я его встречаю? С улыбкой, потому что я ожидаю, что он сейчас посмотрит, оценит и похвалит. Может, еще и к зарплате добавит. Понимаете? И другая ситуация. Начальник поручил, а я не сделал. Более того, я еще и накосячил. Накосячил так, что мне светит, я не знаю что. Как я встречаю начальника, я, скорее всего, буду избегать встречи с ним. Собственно говоря, свет пришел в мир. И эти две категории людей реагируют на него как-то. И Иешуа говорит, что кто-то идет к свету, потому что дела его в Боге соделаны, а кто-то не идет к свету. Хорошо, это мы поговорили насчет заповедей, да? Но в Новом Завете возникает очень интересная такая парадоксальная ситуация. Я вам цитирую Иоанна, 2 Иоанна, 1 глава, 5-6 стих. «И ныне прошу тебя, госпожа, не как новую заповедь предписываю тебе, но ту, которую имеем от начала, чтобы мы любили друг друга. Любовь же состоит в том, чтобы мы поступали по заповедям Его. Это заповедь, которую мы слышали от начала, чтобы поступали по ней». То есть что-то он акцентирует внимание на том, что это не что-то новое. Это что-то древнее, что мы получили когда-то очень давно. И мы должны в этом пребывать. Другой отрывок, это у нас тоже послание Иоанна. Сейчас я вам скажу, какое. Это первое послание Иоанна, 2 глава, со 2 по 11 стих. Значит, он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира. А что мы познали его, узнаем из того, что соблюдаем его заповеди. Кто говорит, я познал его, но заповеди его не соблюдает, тот лжец, и нет в нем истины. А кто соблюдает слово его, в том истина, любовь Божья совершилась. Из всего узнаем, что мы в нем. К
Кто говорит, что пребывает в нем, тот должен поступать так, как он поступал. Возлюбленные, пишу вам не новую заповедь, опять та же самая постановка вопроса, но заповедь древнюю, которую вы имели от начала. Заповедь древняя есть слово, которое вы слышали от начала. Но при том и заповедь новую пишу вам, что есть истина и в нем, и в вас, потому что тьма проходит, и истинный свет уже светит. Видите связь? Свет приходит, тьма рассеивается. И тут возникает вопрос, что есть еще, оказывается, и новый взгляд на древнюю заповедь, заповедь новую. Так вопрос, это новая заповедь или старая заповедь, древняя? Значит, кто говорит, что он во свете, а ненавидит брата своего, тот еще во тьме. Кто любит брата своего, тот пребывает во свете, и нет в нем соблазна. А кто ненавидит брата своего, тот находится во тьме, и во тьме ходит, и не знает, куда идет, потому что тьма ослепила ему глаза. Тут, кстати, тоже интересный момент. Кто-нибудь когда-нибудь выходил из темноты в свет? Выходим из темноты в свет, и свет может ослепить глаза. Я вот посмотрю туда, да, и слепну. Свет может ослепить глаза. А тьма? Как тьма может ослепить глаза? Понимаете, это не физическое явление, это духовное. Но это просто так, идея для размышления. Значит, смотрите, идет речь о любви, о заповеди любви. И можно посмотреть на любовь в человеке, в человечестве, как некое прогрессирующее явление, явление, сущность. Ну, давайте я просто озвучу идею, чтобы понять, о чем я вообще говорю. Начнем с Адама. Вы знаете, что Адам до грехопадения, он был в таком состоянии, что вот он на животное посмотрел, он понял сущность этого животного и дал имя, назвал. Причем назвал точно. У нас есть похожее качество. Я смотрю на свет и говорю, это свет. Я смотрю на тьму, говорю, это тьма. У нас есть такое качество, но у него оно было намного глубже. Потому что если я вижу животное первый раз в жизни, я не знаю, как оно называется. А Адам, он обладал таким духовным, пророческим взглядом, таким умом, что он способен был по одному взгляду определить, что это за сущность. Теперь смотрите, ситуация какая интересная. Ева вкусила с дерева познания добра и зла, но Адам еще не вкусил. Вот давайте этот момент рассмотрим. Адам еще не вкусил, а Ева вкусила. И она подходит к нему и говорит, «На, поешь». Но либо Адам в это время был очень сильно занят, что у него не было времени смотреть. Ты знаете, я увидел такую картину, когда я дома что-то делаю, а моя жена подходит и что-то мне в рот засовывает. И у меня так бах, может быть, так оно было? Но мне кажется, что это было не так, потому что Господь пришел и спросил с Адама, почему ты это сделал. А значит, Господь видел, что это было осознанное действие. Так вот, возникает интересная ситуация. Адам смотрит на Еву, и вы думаете, он не замечает, что с ней уже что-то не то? Он видит, потому что он способен это увидеть. Но он принимает решение, несмотря на то, что он уже видит последствия. Что может побудить человека на такой шаг, на такой глупый шаг, скажем так? Давайте, чтобы попытаться понять это, рассмотрим ситуацию. Есть юноша, молодой еще, лет 16, у него есть девушка, они встречаются, общаются. Он в нее влюблен по уши, как говорят. И вот в какой-то момент она говорит, извини, я полюбила другого. А юноша жизни без нее не видит. Он думал, это навсегда, на всю жизнь. Она единственная, мне другая не нужна. Как я теперь жить буду без нее? И бывает такое, что человек, этот молодой юноша, он может даже попытаться покончить жизнь самоубийством. Это глупость, это безумие, но вопрос – что изначально в корне вот этого вот порыва? Любовь. Любовь, но незрелая, юношеская. Понимаете? И я думаю, что Адам,
поступил таким образом именно потому, что он не видел себе жизни без Евы. Вам нужны доказательства, что он ее так сильно любил? Хорошо. Когда они выставлены из Эдемского сада, чтобы было понятно, что там вообще произошло, представьте себе ситуацию. Мужчина, глава семьи, руководитель крутого бизнеса, у него все в жизни хорошо, все классно, все в шоколаде. Он думает, так будет всегда. И тут в один момент его жена что-то делает, в результате чего они оба оказываются на помойке. Как вы думаете, он ее назовет после этого? Адам называет свою жену прекрасным именем Хава. Сейчас многие родители называют своих дочерей так. То есть вы понимаете, что это свидетельствует о том, что у Адама была любовь всепокрывающая в отношении своей жены, но все-таки, к сожалению, эта любовь была юношеская и незрелая. И мы в дальнейшей истории Библии можем увидеть отголосок этой любви. Но перед этим я хотел бы сказать о том, как эта любовь потихонечку взрослеет. Если Адам руководствуется принципом «если мне нет жизни без нее, то я тоже умру», и при этом он не советуется со Всевышним, он сам принимает решение. Дальше Ной. В еврейской традиции этот человек называется праведником в шубе. Почему праведник в шубе? Ситуация объясняется таким образом. Холодно, всем холодно, но есть человек, который разжигает костер, а есть человек, который одевает шубу. Разница понятна? Тот, кто одевает шубу, он заботится только о себе. Тот, кто разводит костер, он заботится обо всех. Его костер взовьется до небес, когда-то Макаревич пел. Хорошая песня. Так вот, Новый Завет вообще Ноя не расценивает так. Он называет его проповедником правды. Но еврейская традиция, не обращая внимания на Новый Завет, все-таки называет Ноя праведником в шубе. Здесь идея какая? Здесь есть любовь, но любовь к себе и к своей семье. Но любовь какая? Если вы хотите умирать, я умирать не хочу. То есть, Адам, я без тебя жить не могу, ты умрешь, и я умру. Ной, вы умрете, а я умирать не буду. Хоть в таком качестве жизнь на земле сохранится. Это следующий этап. Дальше мы видим Моше. Моше, которому Всевышний говорит после золотого тельца, после этого греха, я уничтожу этот жестоковыйный народ и от тебя произведу новый. Как вы думаете, Божьи обетования из этого бы изменились каким-то образом? Ведь он потомок Авраама, Ицхака и Иакова. И, собственно, все, что было обещано, оно дальше могло бы реализоваться в истории, и Божий замысел, в принципе, от этого бы не пострадал. Но Моше говорит, если уничтожишь их, уничтожь и меня. Очень похоже на то, что делает Адам. Он не видит себе жизни без своего народа. Его любовь к его народу настолько велика, что он готов умереть вместе со своим народом. Но здесь есть небольшое отличие. Он озвучивает это своему Богу. И Бог дает другое решение. Если ты готов умереть вместе со своим народом, то и ты, и твой народ будет жить. Следующий этап взросления Божьей любви в человечестве – это история Давида и его сына Авессалома. Авессалом, вы знаете, он был убит за дело, то есть у него была определенная вина, определенный проступок, за который он был достоин этой смерти. Но сейчас речь не об этом. Речь о реакции Давида. Он говорит, о, кто бы дал мне умереть вместо тебя? То есть смотрите, здесь любовь приобретает уже другое качество. Давид настолько любит своего сына, что он не желает умирать вместе с ним. Он не желает просто сохранить свою жизнь
и при этом видеть смерть действительно виновного, он готов уже пойти на смерть. То есть я умру, чтобы ты жил. Понимаете? Это уже совершенно другая любовь. Это уже жертвенная любовь. Но мы знаем, что, собственно, если бы он умер, Авессалом от этого бы не воскрес. И теперь мы подходим к Ишуа, который, собственно говоря, и осуществил те слова, которые когда-то произнес Давид. Собственно, я думаю, это один из моментов, почему Ишуа и называется сыном Давида. Не только родственный, но и духовная определенная преемственность. То есть Ишуа, он взял и умер вместо нас, чтобы мы могли жить. Но, слава Богу, он обладает природой, которую не смогла удержать смерть. И он таки умер вместо нас, чтобы мы могли жить. Но при всем при этом он воскрес, чтобы мы могли жить и наслаждаться этой жизнью вместе с ним. И таким образом решается проблема греха и смерти. То есть мы видим из этих приведенных отрывков, что Бог когда-то изначально вложил в сердце человека свою любовь. Но эта любовь, она должна была возрасти. И вот вы знаете, там же в книге «Бытие», вот в первой главе говорится о том, что в какой-то момент на земле появились растения, трава, плоды, семена и все такое. А во второй главе мы видим, что не было никакого растения, никакого кустарника. Почему? Потому что не было человека. Господь не послал дождя на землю, и не было человека, который возделывал бы землю. То есть получается, что оно как бы вот семя в почве было, если бы Господь послал дождь, и был бы человек, который возделывал бы, то все бы было очень даже хорошо. И теперь мы можем увидеть, что вот эта Божья любовь, она как семя была в сердце человека, она постепенно ждала своего момента на протяжении всей истории взаимоотношений Бога с Израилем до Голгофского креста. Ишуа умирает, он воскресает, он тот человек, который призывает дождь Духа Святого на человечество для того, чтобы вот это дерево Божьей любви наконец-то выросло и принесло свои плоды. Теперь попытаемся вот в свете того, что я показал и рассказал, разобраться все-таки с заповедью, новая она или старая, и как они соотносятся. Тут тоже, кстати, уместно подумать о таком моменте. Поскольку мы сегодня говорим о даровании Торы, Тора дарована была на Синае, правильно? Но есть интересное место в Писании, которое говорит, что из Сиона выйдет Тора, Слово Божие из Иерусалима. Так я прошу прощения, о чем речь? О какой Торе идет речь? На самом деле, если вы немножечко знакомы, значит, еврейская традиция утверждает, что когда Мессия придет, он изменит Тору, или даст новую Тору. Мессия пришел. Вот вопрос. Мы, когда празднуем праздник Торы, радости Торы, Симхат Тора, мы носим свиток, но празднуем мы дарование какой Торы? Синайской или Иерусалимской? Вот вы понимаете, что это хороший вопрос. Нам стоит об этом поразмышлять. Ишуа говорит, вы слышали, а я говорю. Вы слышали, а я говорю. Вы слышали, а я говорю. То есть, понимаете, момент, изменение Торы произошло. Новая Тора дарована. Когда мы говорим о Торе, мы говорим, что это мицвы, заповеди, да. И вот Ишуа нам говорит следующее. Иоанна, 15 глава, 11-17 стих. «Сие сказал я вам, да радость моя в вас пребудет, и радость ваша будет совершенна. Сия есть заповедь моя, да любите друг друга, как я возлюбил вас». Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих.
«Вы, друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам. Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его, но я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от отца моего. Не вы меня избрали, а я вас избрал и поставил, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал, дабы чего не попросите от Отца во имя Мое, Он дал вам. Сие заповедую вам, да любите друг друга». Ишуа заповедует нам любить друг друга. Вопрос, а разве у нас не было этой заповеди? Иоанн говорит, заповедь древняя, и он отсылает нас к Торе, к Торе Синая. Но Ишуа говорит, а я вам заповедую. Другой отрывок, это Иоанна 13 глава, 13-17 стих. «Вы называете меня учителем и Господом, и правильно говорите, ибо я точно то. Итак, если я, Господь и Учитель, умыл ноги вам, то и вы должны умывать ноги друг другу, ибо я дал вам пример, чтобы и вы делали то же, что я сделал вам. Истинно, истинно говорю вам, раб не больше господина своего, и посланник не больше пославшего его. Если это знаете, блаженны вы, когда исполняете». И Иоанна 13 глава 34-35 стих. «Заповедь новую даю вам. Да любите друг друга, как я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга. Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою». Так вот, если поразмышлять о соотношении заповеди новой и заповеди старой, и то заповедь о любви, и это заповедь о любви, но в чем же тогда новизна? В чем вот эта вот изюминка, которая отличает любовь Синайской Торы от любви новой Торы от Ишуа, которую Он нам даровал, которую Он нам заповедал? Ключевая фраза. «Да любите друг друга, как Я возлюбил вас». И в другом месте. «Сия и заповедь Моя, да любите друг друга, как Я возлюбил вас». И теперь мы возвращаемся к началу грамматики иврита и тех глаголов, которые мы имели в десятисловии. Это как приказ и это как обещание. Пока это был приказ, в который мы должны были исполнять, это вот именно была заповедь старая. И мы, как рабы, должны были это исполнять, тренироваться и ожидать тот свет, который придет, к которому мы предстанем и скажем, вот мы, вот наши дела, мы рады тебя видеть и надеемся, что ты тоже рад нас видеть. И в момент этой встречи происходит нечто другое, нечто особенное. Дух Святой, когда поселяется внутри человека, Он уже дает и радость, и силу делать то, что когда-то мы делали, потому что считали, что это надо, мы знали, что это надо. Бог сказал, значит, надо делать. Ты знаете, вот как я иногда задаю вопрос, почему нельзя есть кровь? И люди пытаются по-разному объяснить это, но на самом деле все эти доводы, они какие-то такие расплывчатые, туманные. То есть на самом деле никто толком объяснить не может, почему или для чего. Но есть простой ответ. Потому что Бог так сказал. Бог сказал, и мы должны исполнять. Бог сказал, мы должны любить Бога и любить друг друга, и мы должны это исполнять. Вопрос, насколько легко это делать, когда я делаю, потому что должен. Я вам приведу один интересный пример из моей жизни. Когда-то я работал на одной работе, и был у нас молодой брат, который к работе относился не так, как я. Я относился очень ответственно. Я мог прийти в 6 утра, уйти вообще на следующие сутки. Или вообще были моменты, когда я по двое суток даже не вылазил, спал по 3 часа под батареей на поролоне и работал. А этот брат, он не так относился к работе. Вот ему дашь задание, он сделает.
и сидит и ждет чего-то. То есть время идет, если он опоздает на полчаса, на час на работу, ну, с его точки зрения не страшно, но попроси его задержаться на полчаса, а у нас рабочий день в 6 заканчивается. И мне это было так неприятно, так противно, так ненавистно. Это вот честно, внутри меня была ненависть к этому брату, потому что он не такой, как я. И читая книгу Клайва Льюиса «Просто христианство», он там говорит о любви. И он говорит о том, что любовь – это такая интересная вещь, она чем-то похожа на ненависть, но имеет разное направление. Если есть у меня сосед, и он мне либо никак, либо не очень нравится, и я ему сделаю гадость, как вы думаете, я его полюблю от этого? Нет, я же вложил в него негатив, а значит, он стал от этого хуже, а значит, мое отношение к нему хуже. И чем больше зла я ему причиняю, тем больше я его ненавижу. Любовь, она действует точно так же, только в другом направлении. Не нравится мне человек, но пойди сделай ему добро. Поверьте, изменится отношение. Мы должны перебороть себя. Но когда мы идем и делаем это, он почему-то становится нам как-то симпатичен. Знаете почему? Потому что мы любим в людях то, что мы в них вкладываем. А вкладываем мы себя. Себя же мы любим. И вот когда мы себя вкладываем в людей, мы начинаем любить людей. И это, собственно, как Ишуа говорит, нет большей любви, чем если кто положит жизнь свою за ближнего своего. Так я вам скажу, жертва живая, святая, благоугодная, она заключается в том, что мы приносим себя в жертву, но при этом мы остаемся живыми, мы не умираем. Понимаете? И когда мы вкладываем любовь в ближнего своего, мы поступаем, как Ишуа. Он говорит, я показал вам пример. Любите друг друга, как я возлюбил вас. Есть пример, есть с кого, на кого смотреть и есть кому подражать. И когда мы делаем добро друг другу, ну, во-первых, мы не должны унывать, потому что будет результат. И чем больше добра мы делаем человеку, тем почему-то мы начинаем его больше любить. Я когда об этом узнал, я подумал вот про этого брата, и я говорю, Господи, вот как? Я понимаю, что я его должен любить. Как я его должен любить? Знаете, вот всегда ключевой момент – слушать гласа Господа Бога своего. Бог всегда говорит, что делать и как. Мы просто не всегда прислушиваемся. И он мне тогда сказал, вот обрати внимание, он, как молодой человек, деньги, которые ему дают на обеды, он идет тратит в интернет-клубе, играет в игры, и он постоянно голодный. А ты, обрати внимание, у тебя вот с этого момента почему-то так происходит, что обед, который тебе дает мама, тебе он слишком большой. И это реально было. Обычно было нормально, а с этого момента мне стало много. То есть Бог чудо такое сделал. Я быстро насыщаться стал. И он говорит, поделись с ним. Хорошо, я начал делиться. Я ему начал предлагать свои обеды. Яблоки. Мама дает 2 яблока. Я беру и хочу дать одно. И первый порыв дать то, что поменьше. А Господь говорит, ты его как любишь? Как себя? Себе какое бы выбрал? Большое. Дай ему большое. Это действительно была определенная тренировка, но эта тренировка принесла результаты. Я вам скажу, сейчас мое отношение к нему совсем другое. Я приезжаю в Кишинев, если мы видимся с ним, мы встречаемся, обнимаемся, и это не потому, что надо, потому что действительно приятно. Я последовал слову Господа, и я вложил себя, свою душу в него. Я что-то от себя отнял, чтобы ему стало лучше. И не потому, что я могу что-то с него получить, а потому что Господь так сказал, потому что Он так делает. Понимаете? И вот заповедь новая, она тем и отличается, что у нас есть сила Духа Святого, и у нас есть пример, которому мы можем подражать. И мы уже не рабы, мы уже дети, и мы уже друзья. Собственно, все. Я предлагаю, давайте мы сейчас коротко помолимся.
Аллилуйя. Дорогой Господь, Бог наш и Царь наш, мы благословляем Тебя, Иешуа. Мы благодарим Тебя за ту любовь, которую Ты даровал нам на Своем кресте. И мы просим Тебя, Боже, чтобы Ты открыл очи нашего сердца и уши нашего сердца, чтобы мы могли слышать Тебя, чтобы мы могли следовать за Тобою, чтобы мы могли брать с Тебя пример и брать пример с Тебя как друзья и как Твои дети. Боже, мы очень благодарны Тебе за все, что Ты делаешь для нас. Мы благословляем Тебя и мы просим Тебя, вселяйся обильно в наши сердца и действуй по своему усмотрению, чтобы, когда предстанем пред Тобою, чтобы нам было радостно смотреть на Тебя, а Тебе было радостно видеть нас. Спасибо Тебе, Господь, за все. Аминь.